Во что ты меня втянул? Твой помощник напал на меня? Это был не мой помощник. Мало ли сколько тут мерзавцев. Поспеши. Thank you.
Я уж думала, ты не доберешься. Меня зовут Эмори. Я помогаю Брайну. Это тому парню на моем браслете? Именно. Надо поскорее тебя спрятать. Давай, прыгай в машину. Хоть кто-то сегодня не пытается меня убить. Гибсон, вы уже вернули прототип? Должен напомнить, что операция скоро начнется. Мне нужно время. Это чрезвычайное происшествие. Отложим операцию. Это только ваши проблемы, доктор. У нас договор. Я должен сегодня же получить тело для пересадки. Вот мы и дома. Добро пожаловать. Пора тебе познакомиться с Брайаном. Лично, так сказать. Нам сюда. И где он сам? Он уже тут. Сейчас сам увидишь. Привет, Сет. Рад тебя видеть. Смотрю, ты уже познакомился с моей сестрой. И как это понимать? Брайан, просто тупая программа? Нет, я живой человек, Сет. Но теперь это понятие несколько размыто. Сейчас я просто мозг, подключенный к серверам Некротех. Я живу, но ограничен лишь виртуальным пространством. Не завидую я тебе. Хотя я и сам на одних протезах. Это сейчас, а прежде мы были нормальными людьми. Скажи спасибо этим подонкам из Трайллайт. Они что, корпорация зла? Точнее не скажешь. Одержимые научным прогрессом. А люди просто материал. Какой-то бесконечный кошмар. Нам нужно вернуть блок твоей памяти, Сет. Он хранится где-то на серверах Некротех. Сперва поговори с Беккером. Он в другом кабинете. Так, ага. Сет, здорово. Ну что, узнаешь? Я у тебя с трудом. Я ничего не помню. Ну ясно. Что поделать? Эмори сказала, что память можно восстановить. Вот это она правильно говорит. Так и сделаем, да. Кстати, что за человек в лабораториях оставил мне сообщение? Кто? Пес его знает. Слушай, мы вложили твои мозги в чужое тело, прямо перед побегом. То есть, меня что, теперь ищет настоящий владелец тела? Расслабься. Твой владелец труп. Лаборатория берет тела из морга. Ну что, познакомились? Значит, теперь готовы помогать друг другу? Вот что, давай-ка приоденем тебя. Иначе нас быстро заприметят. Иди подбери что-нибудь. У Брайана полно старой одежды. Ну так-то лучше. Жаль, нет ботинок твоего размера. Завтра нам предстоит очень сложное дело. Отдохни как следует.